Երաժշտությունը համամարտկային լեզու է եւ ունակ է խորապես ազդելով մարդկանց ներաշխարի վրա փոխել նրանց դարձնելով ավելի լավը։ Թերևս հենց այս համոզմունքով 7 տարի առաջ դաշնակահարուհի Մարիա Նեմցովան ու սաքսոֆոնահար Վիտալի Վատուլյան կյանքի կոչեցին երաժշտություն հանուն խաղաղության բարեգործական նախագիծը։ Այն նպատակ ունի աջակցել հակամարտությունների եւ բնական աղետի հետևանքով տուժած երկրներում բնակվող պատանի եւ երիտասարդ խոստումնալից երաժիշտներին։ Միջմշակութային համագործակցության միջոցով հնարավորություն են ձեռնել նրանց դուրս գալ միջազգային ասպարես ու զարգանալ։ Ծրագրի շրջանակում երաժիշտները նաեւ արպետած դասեր են անցկացնում եւ հանդես գալիս համերգային ծրագրով։ Արցախում նրանք առաջին անգամ չեն։ Еще одна из наших задач состоит отбирать талантливых детей, приглашать их в Москву, играть с оркестрами. И ваша землячка Анаита Рушанян выиграла, как бы, это не то что конкурс, но тем не менее мы ее представляли как победителя проекта позапрошлый раз, и она играла с нами с оркестром и камерные программы и так далее. То есть мы очень тесно связаны с Нагорным Карабахом. Ամեն տարի նախագծի երկու հիմնադիրներին, ովքեր միաժամանակ ծրագրի մշտական մասնակիցներն են, միանում են ճանաչված կամ ոչ այնքան հայտնի, բայց պրոֆեսիոնալ երաժիշտներ։ Եվ եթե նախաձեռնության մեկնարկին ծրագրում ընդգրկված էր 5 երկիր, այսօր դրանց թիվը հասնում է մինչև 15-ի։ Ասել է, թե նախագիծն ընդլայնում է իր շրջանակը։ Այս սեզոնին Հայաստանն ու Արցախը երաժիշտներին հյուրընկալող վերջին կանգառն են։ В этом сезоне у нас 15 стран. И сейчас Армения, Нагорный Карабах – это последние завершающие поездки третьего сезона. И в октябре у нас будет фестиваль в Москве и Санкт-Петербурге, где выступят очень много европейских музыкантов из Европы, и очень много будет мировых премьер, специально написанные произведения. Все это будет в лучших залах Москвы и Санкт-Петербурга. И мы также ждем двух, так сказать, победителей этого сезона. Это образно название «Победитель», потому что нет никакого конкурса. Мы отбираем детей, которые нуждаются в том виде поддержки, которую мы можем им оказать. Потому что, к сожалению, количество стран постконфликтных и пострадавших от наводнений там, и просто проблемных, да, их все больше и больше. Но мы стараемся, так как в Армении это у нас одна из первых стран, куда мы поехали, мы стараемся не терять контакты, быть здесь как можно чаще. Շրջելով տարբեր երկրներով, երաժիշտները ոչ միայն կիսում են իրենց փորձն ու գիտելիքները, այլև հարստանում տպավորություններով, ուսումնասիրում ազգի բնավորությունն ու երաժշտական ընդունակությունները։ Я абсолютно искренне считаю, что здесь великолепная школа фортепианная. Я могу судить только о своей специальности. И у меня сегодня был мастер-класс, и я под большим впечатлением, поскольку это замечательный уровень, очень высокий, и я искренне желаю процветания этой школе и надеюсь, что студенты будут дальше развиваться и работать, и оставаться в профессии. У вас прекрасно есть фортепианная школа и яркий представитель Анаиты Рушанян, которая сейчас, как мы узнали, она поступила в Нью-Йорк и будет там продолжать свое обучение. Вот. И вообще, если это можно говорить в общем, но про армянский народ, то, что они супер талантливые, очень одаренные и очень темпераментные, и очень амбициозны. И, конечно, это все только одни плюсы для того, чтобы быть на вершине мирового исполнительства. Ջութակահար Կարեն Շահգալդյանն առաջին անգամ չէ նախագծում ու նաև Արցախում։ Նախագիծը համարում է խաղաղության կոչ ու հնարավորություն երաժշտության լեզվով հասկացնելու, որ երաժշտական գործիքների համանվագը 1000 անգամ գերադասելի է հրացանների ու թնդանոթների համազարգից։ Было бы идеалистически считать, что можно музыкой закрывать дуло автоматов, танков и пистолетов, наверное, все-таки это невозможно.
Но привносить некоторое какое-то такое внутреннее душевное спокойствие тем людям, которые в этих точках живут, я думаю, что возможно. У ребят действительно огромный опыт, они были в очень разных странах, в очень разных местах. И я имел возможность наблюдать реакцию людей на их выступления, и я вижу, что их музыка действительно попадает куда-то глубоко и заставляет людей, ну, где-то немножко прийти в себя, где-то очнуться, где-то, может быть, пережить какие-то переживания, которые нужно пережить. Хотя, конечно, еще раз говорю, музыкой бороться против войны очень тяжело и, наверное, невозможно. Но постараться людям помочь, которые в этих условиях находятся, наверное, можно. Музыка, кроме обычных академических выступлений в концертных залах, она может быть еще некоторым таким, некоторой терапией, если хотите, да, психологической. Потому что, вот то, что мы уже говорили, в тех местах, где действительно живется очень неспокойно, где есть вот такие вот страшные проблемы, военные или природные, людям зачастую нужна просто возможность очутиться в каком-то другом состоянии и увидеть немножко другой мир, не тот, который вокруг них. И за счет вот этого проекта, когда ребята сами приезжают в эти места, когда они помогают детям найти какой-то профессиональный путь, подсказывают им путь развития в их музыкальном, так сказать, направлении, ну и плюс приглашают людей действительно взглянуть на этот мир непростой другими глазами. И мне кажется, им во многом это удается. И я очень рад, что в Армению они возвращаются с большим удовольствием. Իր երաժշտությունը հանուն խաղաղության հնչեցրեց արմատներով Արցախցի համաշխարհային մասշտաբով ամենահայտնի կլարնետահարներից մեկը՝ Բորիս Ալահվերդյանը։ Կլարնետի հանդեպսերը հուրից է ժառանգել, այնուհետև զարգացրել սովորելով Մոսկվայի կոնսերվատորիայում, ապա Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Նյու Յորքի Մետրոպոլիտեն օպերայի, այնուհետ Լոս Անջելեսի Ֆիլհարմոնիայի առաջին կլարնետահարն է։ Որպես հրավիրյալ երաժիշտ բարեգործական այս նախաձեռնության առաջին անգամ եմ մասնակցում։ Հայրենիք կատարած այցն էլ առաջինն է։ Զգացողությունները բուրն են, ոգևորությունը մեծ։ Я очень с детства слушал разные отрывки из оперных арий, из опер, балетов. И вот так полюбил. Он был моим первым учителем. Музыка обязательно спасет мир, потому что это язык, на котором говорит весь мир. Вне зависимости от какой язык, армянский, русский, английский, все. Я когда приехал учиться в Америку первый год, я очень плохо говорил на английском. И мой педагог просто показывал, что он хочет сказать, он просто показывал. И этого было достаточно. Довольно долгое время было достаточно, поэтому это универсальный язык. Աշխարհահռչակ այսպիսի երաժիշտների վարպետաց դասերն անգնահատելի են Ստեփանակերտի Սայատնովայի անվան ուսումնարանի սաների համար։ Նրանց յուրաքանչյուր այցը իսկական տոն է։ Очень приятно снова видеть эту группу «Музыка за мир», благотворительный этот самый фонд «Музыка за мир», потому что каждый их приезд для нас как бы и концерт, для нас это какое-то счастье, для нас это праздник. Профессиональные музыканты, очень профессиональные. Нам очень приятно их видеть, и каждый их урок, это считайте на всю оставшуюся жизнь студентов, потому что очень они бесподобные. Թող ամենուր հնչի երաժշտությունը և ավետի խաղաղություն։